أشهد أن لا Наш свинячий патруль желает вам удачного дня без происшествий. Ты снимаешь видео? Я такая. Шеф, пошли погнать. Все вопросы. Миль, пошли. Мы типа вместе. Люблю. Так, все. Главное, деньги, паспорт. Ты мне тоже поможешь? Ой, паспорт тоже надо брать? Я беру, мне. Создание в черном. Пока, говорит, народу нет, там сзади мужики стоят. Повтори еще раз. Синячок с веером. Ачка. А я типа просто, а меня взяли просто поснимать, да? Нет, вот смотрите. Наша самая красивая чугизельная абла. Чугизельная. А давайте селфи. Давай. Ставься. Там сзади просто любовь. Где любовь? Там два мужика стоят, какая любовь. Вот здесь вот любовь. Ашк. Ашк. Сергей. Open your eyes, don't close them. Wait it on the sun. Wait it on the sun. Wait it on the sun. It shines on you. You're still waiting on the sun. Нет, сзади просто мужик. Люблю людей. Давайте все будем вместе. Давайте все вместе испортим видео, Катя. Say hello. Можешь мне рукой тебя? А не ваш? Hello, how are you? Hello. Oh my god. Мераба. Мераба. Victoria's Secret? Really? Нужно делать снэпы. Этот случай, когда шефа дала прямой эфир и нашла Лифа Пони. Где моя Катя? Катя Бурда. Бурда. Рестайлинговая мусульманка. Оп, ножкой ать, рука-лицо, шефина поза просто, рука-лицо. Мне не
успела это заснять, но мы практически застряли в лифте. Потух свет. Ой, свинячий патруль приключений, часть третья. Это просто девичник в Стамбуле. Банана сөйле, банана сөйле, бен де билейм. Чолка, Миля. Чолка, Миля. Воспитанные девочки. Ой, молодежь. Смотрите, смотрите. Миша, мы едем. По горкам. Ну куда ты едешь? Пропустить девчонок! Лайфхак, как не уснуть в машине. Шапа, зачем ты так делаешь? Я контролирую обстановку. Мы приехали в кафе. Юкан. А что случилось? Где у нас? Афет Алсун. Аркадашлар. Кеша Гюридерем. Ашка. Кейт, Кейт. Аптел Тейман. Кмеклер битти. Кмек битти. Кафе битти. А битмен. Мар, мар. Просто едулечка вообще. Как выглядит инстаграмная жизнь? Спина болит, сидеть ровно вообще не могу. Просто что-то новенькое, просто богини дискотеки, Диана, Эмилия, Кейт, шефа. Скоро здесь будет еще наша общая фотка и просто богини эффекта. Наша история с шефой о том, как я мы... просто иду и думаю, как есть мороженое с красной помадой. Просто о том, как мы собирались пойти на балат. Но идем кушать! Но решили пойти в супермаркет и в парк, потому что на улице настолько жарко, что мы уже представили нашу поездку в автобусе. Часовую. Мы не и готовы. Решили, что мороженка на берегу прудика неплохой такой вариант. Да. Ну, может быть, завтра будет дождь, и как раз будет самое время съездить. Как раз поехать вот на балат, в Босфору. Ну, если бы завтра, кстати, было прохладно, но пасмурно, но не... Ну, тоже можно было бы. Но тогда фотки будут тусклые, тоже не вариант. Без разницы, обработаем. Просто идем и думаем. Хорошо, хоть думать еще можем. Путешествие свинячьего патруля. Поезжаем. Уже доехали. Уже наша остановочка. Уже на месте. История, сижу такая, в наушниках, подожди, наслаждаюсь видом, кто-то тыркает меня в бок, это Катя, а у нее волосы запутались в резинке, давайте поможем Кате распутать ее волосы. Давай. Быстро фэшн-пост шефа и Катя. Быстрее типа, меняй позу, я такая, меня, он такой, не так, вот так. Сама! Еще, короче, он дает, когда на улице, он дает мне телефон. Телефон он чехол, мне даже давал. У меня же чехол стоит. Фотообои. А здесь вот эта вот ваза с цветами искусственными, там 10 лет. Мне дает сумку Шанель, очки Гуччи, плюс телефон. И я, а у меня в руках тут сумка, тут очки, тут еще телефон. Я такая типа соображаю. На что мне акцентировать внимание, еще там детали надо показывать, ага. Да? И он мне такой показывает, типа, я должна вот так сумка, типа я вот так бегу вот так. А еще мне говорят, когда он просит меня сумку, знаешь, вот сюда. Мы просто отсюда выйдем, просто профессионально. Топ-топ-топ! А вас какие? Ну, это сейчас. Готовь. Он вот фейс, пожалуйста.
Смотрите на эту шикарную. У тебя такая же. Мне кажется, нам пора уже заказывать.